И дальше пробежим. Там, наверное, выход уже был, да? Вот это что такое? Какие-то штуковины. Не может быть. Не могут быть ли это механизмами? Наверняка механизмы были внизу, там, где я уже пробежал мимо. Здесь, наверное, выход, блях-муха. Какой же механизм-то? Да, что-то как-то непонятно. Вот эта вот фигня. С тобой никак. С этим тоже. Так, ну там есть задание какое-то. Давайте посмотрим. Ёп. Так. 30 метров. А, давайте заглянем, что там у нас есть. О, привет. А что это такое, войти в сеть? А. Играть в личку. Блин, ну хрена я. Хотя бы объяснили правила. Ну, сейчас, блин, какая-то лажа будет. Это Отель-Дьё, старейший госпиталь Парижа. Он старше даже собора Парижской Богоматери. Увы, в госпиталях в то время с большей вероятностью можно было заболеть, а не вылечиться. Через канализацию тамплиеры переправляют артефакты из собора. Найдите их. Эх, ладно, посмотрим. Украдите артефакты. Это ее еще что было. Ладно, сейчас тырим, посмотрим, что там. А это не враги, да? Она вообще-то для зачем нужна? Попробуй пройти, тебе конец. Иди сюда. Я даже не собирался, вы что, офигели, что ли? А, ну туда куда-то вниз надо. Если куда. Почему не подсвечивается? Непонятно. Да ёб, тут вообще капец охраны. Убью, если подойдёшь. А теперь глянь. Офигеть тут их. Смотрите. Как я вам, бляху, артефакты достану, эти голимые. Сейчас я тебя так придавлю, да. Как веточка сломается. С ума сойти. Ладно, здесь посмотрим, что у нас тут. Так, враги. Тебя рано выпустили, безумец! Стой по возле. Вспомним былое. Ништячок. Здесь идеально, мне кажется, место. Ага. А, его можно завалить. Круто. Кстати говоря, у нас есть, по-моему, где-то тут датчик прогресса. Нет, не топ, подождите, наверное. На тап надо нажать. Блях ты, муха, где же у нас... Где мне посмотреть? Так. Ёб твою дивизию. Посмотрите, базы данных, братство, персонализация. Навыки. У нас 7 таких штучек и 1000 таких. Ближний бой, смотрим. Так, это мы качнули. Ладно, это нас не интересует. Дальний бой тоже не интересует пока что. Не за... незаметность. Так, вы можете разделить
орлиное зрение со своими союзниками. Нафига мне это надо? Вы можете маскировать себя. Маскирует 10 короткое время, исчезает, если подойдут. Так, тоже фигня. Ну, навык позволяет взламывать замки на дверях и сундуках. На сундуках, по-моему, там не особо есть полезные вещи. Ну, а давайте еще тут. Цель настоящая. Вместе друг отожмите, чтобы свершить ее. Смотрите, вот... Офигеть, этот четверка стоит. Ну, вот это классно, мне кажется. Достижение всего единичку. Давайте купим его. Ну, на всякий случай. Ну, что там, оно дешевое, согласны, да? Вот. И... Да, быстрее. И вот это давайте купим. И, кстати, на оставшиеся можно купить... ну, приобрести, точнее, вот это вот тоже. Функцию, ну, давайте после. После. Десятка нам нужна. Нет, это слишком дорого. Снаряжение. Посмотрим по снаряжению. Так... Так, на земле. Что за бред? Что это такое вообще, не понимаю. Я вроде все это мог смотреть. Ладно, давайте. Так. Сейчас мы глянем по зрению, что там у нас. Куда идти-то, ёпрасте, куда идти? Ой, хотя бы вот тут подсветили, а вот тут может быть что-то. А, нет, тут так спрятаться. Давай сюда, я тебя сейчас замочу. Кстати, из укрытия это вот из сена как раз. Когда он уснул, чё ты? Иди. Быстрее, поближе, пожалуйста. Пожалуйста, поближе. Помните, он что, куда-то свернул? Помните, как Call of Duty свистнуть нужно было? Кто-то добрался до Жака. Так, это уже интересней. Да теперь. Такая штука восстанавливается, как будто стекло бьется. А, не наверху, то есть здесь, видимо... А, нет, вот, пожалуйста. Конечно, послышалось. А, гусеницы. Гусеницы. Есть. Круто. Посмотрим, что у тебя там. Что у тебя там за хрень? 14 эфок нам дали. Так, а нам прямо, да? Ловушечек никаких не должно быть. По сути дела нет. По сути дела. Я ж думал, меня заметят. Так. Офигеть. С ума сойти с двух сторон. А, нам нужно... Ты лишь
Надо валить отсюда. И побыстрее бы. Бляху, куда тут идти-то, не пойму. А, вон сундучок. Так, ну как туда пробраться? Мне кажется, есть идея. А, так, есть один вариант. По-моему, там можно было, вот тут где-то. Тут какой-то проход. А, ну подождите, вот, наверное. Да-да-да, вот. Офигенно, супер, просто круто. Очень круто, очень мне понравилось, как он это все делает. Это свободные слоты, видимо, для пистолетов, для каких-то. И скоро у нас будет уже почти тысяча. Так, стоп, а как тут пройти? Фигово. Да, очень. Блях, мух, как забраться-то еще? Так, ладно, забраться-то ладно. Пройти, походу, не здесь. Ладно, давайте быстрее же завершать это дополнительное задание. И, может быть, здесь у нас будет какой-то вариант. Как пройти ниже. Бляхта, муха. Ну, пожалуйста. Только бы не завалить задание. Блях ты, мух, что я сделал? Вообще все кнопки понажимал случайно. Колокол там какой-то наверху, видимо. 7 всего дали. Или нет? Ладно, 1. Да ладно. Так, и куда же нам надо-то? Вот мне непонятно. По сути дела сюда. А, может вот это вот, кстати. Да, ну-ка, как же... Вот как-то у меня получилось сверху вот так, замочить его. То есть я с сундука прыгнул, хотел сверху впрыгнуть, а получилось сундука. Опять F-ку нажимаю случайно. Блин, F прям переименовать клавишу нужно. Блин, с них дают больше, чем с тяжеловесов тех. Ну, относительно, конечно, они, мне кажется, мощнее. Все. Эх, ну это легко уже покинуть эту область. Ну как легко? Надеюсь, легко. Так, нам, пожалуй. Да, вот сюда будем ориентироваться по этим чувачкам, по ребяткам, которые валяются тут. А, дохленькие. И нам дальше вот там какая-то есть такая палуба, ладно. В смысле, деревяшка, доска. И, наверное, вот сюда. Хрен знает, давайте сюда поедем. Я точно не помню уже, честно говоря. Скорее всего, сюда. Там вот чувачок у нас слева был. Да, вот, походу, это выход. Да-да-да, именно он. Отлично, очень круто. Так, теперь самое главное. Да тут, в принципе, и свалить-то 5 минут. Твою дивизию. А, ну все, показалось ему. Показалось, конечно, что же, безусловно, показалось. Бьюсь об заклад, туда пошел. 53.